Проводят конкурс на настоящего мужчину. Требуется выпить 5 литров водки, пожать лапу львицы и трахнуть индианку. Ну, француз выпил 3 литра, сошел с дистанции. Немец выпил 4 литра, заснул. Русский выпил все, потом пошел в клетку, оттуда вопли, рев, крики. Выходит, в общем, через 10 минут. Ну, где тут индианка, которой нужно пожать лапу? Что это за пьяные выходки? Техасец заходит в паб в Ирландии и заявляет: «Я слышал, что вы ирландцы, редкие пьянчуги. Сейчас проверим. Я даю вам $500, вернее, тому, кто выпьет 10 пинт пива подряд». Ну, все в баре притихли, некоторые посетители даже ушли. Через некоторое время один вернулся и спросил: «Слушай, ну что там, ваше предложение все еще в силе?» «Да». Мужик берет, выпивает 10 пинт подряд. Техасец в шоке, отдал ему деньги и говорит: «Слушай, а куда ты уходил-то?» «Да я пошел в другой паб проверить, смогу ли я столько выпить». Смешная херня, да? Останавливает мужик такси. Едут. Мужик говорит таксисту: «Слушай, а ничего, если я своим рулем порулю?» «Рули, мне-то какая разница?» Ну, мужик от счастья расцвел, достает из чемоданчика руль от УАЗика и начинает рулить. Едут дальше. По встречной полосе летит Геленваген. Водитель заметил, значит, такси с двумя рулями. Нихера не понял, развернулся, догнал, пристроился справа и смотрит. Мужик рулит, как ни в чем не бывало. Вдруг резко выворачивает руль вправо. Водитель Мерседеса, испугавшись и увернувшись, улетает в кювет. Мужик так удовлетворительно говорит таксисту: «Вот, и меня вчера также обманули».